городском округе Люберцы приступили к замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. Это часть региональной программы Московской области по проведению капитального ремонта на 2021 год. Наша съемочная группа побывала в доме, где уже пользуются новым грузоподъемником. Дом номер 68 по улице 3 почтовое отделение построен 28 лет назад. В этом году 17-этажная высотка попала в план капитального ремонта. По возрасту ей положена замена лифтового оборудования. Лифты, которые отслужили 25 лет, значит, их надо менять. Через год, наверное, мы выйдем уже ко всем домам, ко всем лифтам, которые отслужили 25 лет. В течение месяца в этом доме завершится замена пассажирских лифтов, а пока жители многоэтажки пользуются грузовыми. В их качестве и надежности убедился глава Люберец Владимир Ужицкий. Мы, как правило, эти вопросы решаем, советуемся с управляющими компаниями. Мы всегда очень внимательно смотрим, что происходит в социальных сетях в плане работы лифтов и жалоб жителей. А потом мы отрабатываем с фондом капитального ремонта Московской области. В этом году новыми лифтами обзаведутся 24 МКД. В домах городского округа заменят 87 подъемников. На сегодняшний день завершена первая очередь работ. 22 единицы лифтового оборудования уже в строю. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.